Друзья, всем привет. Приехал я на пруд Лужа. Последний раз я тут был зимой, вроде. Тут все было замерзшее, кто помнит. Но он был более полон воды. Сейчас, как видите, совсем водоросли все повсплывали. Пересыхает потихонечку. Но сама природа вокруг красивая. И тут дерево эффектно так упало, сухое. Часть дерева отломилась и упала. Ну, тут, кто знает, дубовая такая красота. Дубы, колдуны. Хорошее место. И, в принципе, недалеко от дома. Хочется вам, друзья, сказать, что при просмотре данного видео, скорее всего, я уже буду на пути в Крым. Да-да, это случилось. Как, в принципе, я и предполагал. Сильно не хотел на эту тему разговаривать и как-то ее обсуждать до последнего, пока я точно не узнал, что все-таки отпуск состоится. В общем, 2 числа, 2 июля мы с женой едем в Крым к моим родным, ну и, соответственно, на отдых. Скорее всего, это будет опять Судак, курортный город. Что-то для вас, конечно, буду снимать. Может быть, даже когда буду уже еще в Крыму, а не так, как в те годы, когда я уже приехал и тогда только начал монтировать. Буду посвящать вас в курортную жизнь, да и вообще в обстановку крымскую. Так что вот так вот. Друзья мои могут за меня порадоваться. Ну а хейтеры, конечно, опечалиться, если такие у меня есть. Ну, я думаю, они у всех есть. Просто не сильно всплывают. Красота. Нравится мне здесь бывать. Тут кострище. И первое, рядышком второе. Тут пакеты. Люди, видимо, мусор собрали после себя. Похвально. Ну, а там он велосипед стоит. И ни души. Вон утки плавают. Сейчас вам все ближе покажу. Здорово, высоте, ветра нет, там где-то сороки трещат неугомонно.
утопает в зелени. Отсюда такой шикарный вид открывается. Ива свисает, полокучая. Ну, надо уже ехать домой. Наконец-то отпуск. Мы его так долго ждали. И он случился. Ну, если что, то мы будем до 17-го. В общем, 17 июля мы, по идее, должны вернуться обратно в Матеевку. 2 недели. 2 недели активного отпуска. Что еще надо для жизни? Точнее, для счастья. Разве что, чтобы просто перестали стрелять и в войнушку играть. Это было бы еще лучше. Так что, друзья, всем пока. До новых встреч. Уже, наверное, вернемся в эфир с полуострова Крым. С отдыха. С отдыха. С вас палец вверх. Не забывайте об этом. Ну, мы поехали домой.